В 2014 году за защитой своих законных интересов в суды и к мировым судьям обратился каждый третий житель Прикамья, тогда как средняя цифра по России – каждый пятый. Суды Пермского края подводят итоги работы за год. Уровень правовой культуры жителей Пермского края очень высок на сегодняшний день. Очень высок. Это уже стали обращать на это внимание, что наши люди разбираются во многом. Это свидетельствует и о росте доверия граждан к судебной системе в целом. Общее количество рассмотренных дел всеми судами Пермского края выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%. К слову, во многомиллионной Москве дел рассмотрено всего на четверть больше, чем в нашем регионе. Если мы рассмотрели почти 800 тысяч дел, из них всего 20 тысяч уголовных дел. А остальное все это гражданско-правовые отношения. То есть люди идут в суды по разным абсолютно основаниям. И слава Богу, начинается реализовываться вот этот принцип. Все, что можно, так сказать, решить, это можно решить в суде. Львиная доля гражданских дел приходится на дела о взыскании заработной платы, коммунальных платежей и налогов и сборов. А вот по административным делам, связанным с нарушением правил дорожного движения и, в частности, с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения, наблюдается снижение. Кстати, напомним, что с 1 июля 2015 года вводится уголовная ответственность за повторное подобное нарушение. Суды развиваются вместе со страной. Появляются новые экономические отношения, банки, новые экономические отношения в свете работы, заработной платы, в сфере коммерции, рынков. Это все начинает работать на суды. Будет очень сложно, будет очень непросто и очень тяжело, да, ну, видели, какая нагрузка, но законодатель, уже прекрасно понимая, что такая нагрузка идет, уже принимает первые шаги. Нынешняя экономическая ситуация сулит дополнительную нагрузку и на судебную систему, но и тут приходят на помощь современные технологии. В практику судебных заседаний активно внедряется система видеоконференц-связи. И здесь Пермский край опережает, например, ту же Германию. А также еще до конца года обещают повсеместно внедрить обязательное ведение аудиопротоколов, что существенно повысит качество судебных решений. Александр Камский, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».